Всем привет, с вами Марина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня вместе с вами хочу протестировать две альгинантные маски. Напомню, что для обзора они мне были представлены компанией NaturVita. Я оставлю под видео две ссылочки, где я уже рассказывала о самой компании NaturVita, о ее широком ассортименте, а также рассказывала о продукции, которую я успела протестировать. Там, кстати, есть два очень интересных средства. Это масло какао и масло ши. Поэтому, кому интересно, обязательно проходите, смотрите. Сегодня же перед нами две маски, обе с гиалуроновой кислотой. Из серии называется она Beauty Vit. Одна масочка роза увлажняющая, вторая масочка серебро детокс. Наверное, начнем мы с масочки роза. Сейчас на улице весна, поэтому хочется благоухать, свести. Коже тоже не хватает увлажнения, нежности, поэтому давайте ее побалуем. Я вам зачитаю назначение и способ применения такой маски. Маска у нас прозрачная, альгинантная, предназначена для ухода за кожей лица и тела. Маска у нас с измельченными лепестками свежих роз, которые активно отдают питательные компоненты, мгновенно поглощаемые кожей. Создают мощный увлажняющий эффект, кожа становится сверкающей, чистой и гладкой. Способ применения достаточно простой, сложна, наверное, технология нанесения этой маски, но у нас это будет чуть позже. Нужно с помощью шпателя смешать 20 грамм порошка, в пакетике у нас как раз 20 грамм. То есть одного такого пакетика нам хватит на одну масочку. 40 мл прохладной воды в стеклянной или пластиковой таре до получения гладкой и однородной пасты. Нанести толстым равномерным слоем на лицо, полностью включая глаза и шею. Действует маска такая 30 минут, затем необходимо ее деликатно снять, начиная с боков, и дальше уже проходить к привычным процедурам для лица. Я буду альгинантные маски тестировать впервые, поэтому прочитала очень много информации об этих масочках и хочу с вами поделиться своими знаниями. Может быть, кто-то так же, как и я, еще не пробовал такие маски, и мое видео будет для него полезным, чему я, конечно, буду бесконечно рада. Альгинантные маски представляют собой порошок, который изготавливают из морских водорослей с добавлением различных экстрактов, витаминов и гиалуроновой кислоты. Все альгинантные маски снимают мышечное напряжение, за счет чего разглаживают морщинки. Также они оказывают мощное увлажняющее и дренажное действие. Поэтому все альгинантные маски обладают выраженным лифтинг-эффектом. Но помимо водорослей в масках есть и другие компоненты, поэтому маски могут иметь специфическое действие. Например, наша одна маска будет увлажняющая роза, другая маска будет детокс серебро. Ну а теперь давайте приступим к нашему тестированию. И традиционно я приглашаю вас в свою ванную комнату. Приступим к процедуре. Для этого нам понадобится непосредственно сама маска. Нам понадобится 40 мл прохладной холодной воды. Нам понадобятся салфетки для того, чтобы не испачкать домашнюю одежду. Нам понадобится крем. Я нанесу его на края маски для того, чтобы она более легко снималась. Дальше нам понадобится тарелочка, нам понадобится шпатель. Действовать мы должны будем очень и очень быстро. Также я хочу на брови и на губы нанести масло карите. Вообще под альгинантную маску можно наносить любой лосьон, концентрат, любой увлажняющий крем, который подходит для альгинантных масок. Любое средство для того, чтобы усилить действие самой маски, но мы не будем этого делать, потому что я хочу на своей коже ощутить непосредственное действие самой масочки от компании NaturVita. Итак, давайте приступим. Действовать мы должны очень и очень быстро. Высыпаем нашу маску. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Это вот такой вот порошок. Мы видим здесь лепестки розы. Аромат очень слабый у масочки. Наносить маску я буду рукой.
прошло. Давайте сейчас будем снимать масочку. Делать будем это очень аккуратно. Держаться будем за края. В принципе, маска достаточно неплохо отходит. Масочку я сняла. Мне кажется, что кожа очень плотная, очень увлажненная. Лифтинг эффект внешне, мне кажется, заметен. Цвет лица такой достаточно ровный. По ощущениям кожа очень подтянута. Поэтому альгинатной маской я осталась безумно довольна. Буду пользоваться альгинатными масками дальше. Вообще вся процедура от использования таких масок очень приятная. Я вообще безумно довольна, что в самой маске присутствовала роза. Вот эти вот сухие лепестки, как будто были бы рассыпаны по лицу. Это доставляло еще больше приятных ощущений. Маска нисколько не вызвала у меня никакой аллергии, покраснений. Когда она была на лице, не вызывала никакой стянутости, никакой пересушенности кожи. То есть вообще вся процедура была безумно приятная, поэтому альгинатные маски — это вообще классная вещь для вашей кожи. Следующая масочка у нас серебро детокс. Она у нас также альгинатная, прозрачная, предназначена для ухода за кожей лица и тела. Активный порошок серебряной фольги обладает мощным эффектом адсорбирования из верхних слоев кожи продуктов метаболизма. Регулирует секрецию кожного сала. Маска обладает дренажным эффектом, снимает отечность, увлажняет кожу. Способ применения точно такой же. Порошочек очень красивый, он чисто белого цвета и с такими серебринками, то есть он весь искрит. Весь сияет, весь блестит, не знаю, как вам показать, но такое прям сияние от самого порошка. Сейчас заливаем водой и очень быстро перемешиваем. Вот такой вот консистенции у нас смесь, белая, вся сияет, очень красивая масочка, сейчас с удовольствием ее нанесу на лицо. Так, снять вторую масочку у меня получилось намного проще. Мне кажется, что маска серебро отличается по действию от маски роза, которая все-таки действительно направлена на увлажнение, потому что здесь, во-первых, гладкость кожи, во-вторых, такая чистота, прям проводишь рукой, и кожа такая чистая, гладкая, до скрипа. Поэтому если у людей жирная кожа, расширенные поры, то масочка Detox серебро им идеально подойдет. Ощущения от маски, конечно, очень и очень приятные. Мне вообще альгинатные маски безумно понравились. Масочку очень приятно было наносить руками, очень приятно было ее держать на лице. В ней присутствовали такие искринки, серебринки, которые действительно так очень красиво смотрелись под масочкой, смотрелись на вашей коже. Я постоянно подходила к зеркалу и любовалась. Сама маска прозрачная, и вот эти вот искрящиеся частички, мне кажется, придавали лицу такое сияние. Даже не хотела снимать эту маску. Под маской кожа тоже себя чувствовала очень комфортно, за что мне очень и очень понравились альгинатные маски. Что лично я хочу сказать про альгинатные маски, как человек, пробующий их первый раз, мне кажется, что это экспресс-средство, это экспресс-метод для того, чтобы вот за 30 минут привести себя в порядок, для того, чтобы где-то блистать на каком-то мероприятии, причем сделать это все в домашних условиях. Очень понравились мне альгинатные маски от компании Naturvita, там действительно натуральные компоненты, очень приятно эти маски держать на лице, наносить на лицо. В самой текстуре масочек чувствуются розы, чувствуются частички серебра, поэтому безумно-безумно довольна. На этом, наверное, у меня все. Давайте будем прощаться. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Будем общаться, будем дружить. Всем пока-пока, до новых встреч!